Подвис ОБС, поэтому пауза дольше, чем обычно. Покажи хвост. Какой-то нескромный бобер для хвоста. Ой, в смысле, бобер для хвоста. Вопрос для бобра. Так, громкая музыка. Тише, 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 тише. Хвост для бобра. Загружаемся. У нас тут отдача первого замка, к сожалению, верхнего, который мы захватили. А, они здесь. Давай автосейв попробуем. Кажется, там был уже. Да-да-да. Нет, нет, нет. Это мы здесь типа еще как-то отбивались якобы. Неужели я не записался? Должен был записаться. Злая миссия была. Сейчас у нас последняя, насколько я понимаю, миссия. Так что всю ночь-то герои не будут идти. Так, загрузить компания. Да, получается автосейв. Давайте попробуем этот замок все-таки как-то засейвить. Я, правда, не знаю как, потому что герои... Лемминги остаются. Этому блайнд сильно не помогает. Ничего не построить. Можно попробовать его в болото отвезти к каким-нибудь героям. На самом деле. Как вариант. Как-то вот так вот. Что может ему ходов не хватит. Что за героями пойдет. И не сможет. Раз, два, три, четыре, пять. Этих тоже мы поотводим вот таким вот образом. Не на проходе, но... Чтобы он всех пособирал. Ладно, поехали. Фокусни в первую очередь молниями грифонов, они опаснее призраков. Да там по хп не получается. Вообще, да, они опаснее, согласен. Ну вот сейчас лемминги вступают в бой. Я, правда, не понял, кого он бьет из леммингов. А, в 30-35. Одного грифона можно убить. Я еще монков в прошлый раз вырубил. 30-35. Ну давайте, да, давайте. Гасанем. Гасанем грифа. Одного. И убежим, соответственно. Потому что все равно кастовать не будет. Он вправо уходит, подлец. Вот почему он влево не свернул к герою? Если бы влево свернул, то к замку не успел бы. А так, видимо, успеет. Так, теперь... 60. Вот, сейчас мы еще парочку грифонов убьем. И сбежим. Нет, он вперед идет. Вот, блин. Плохо. Очень плохо. Продолжаем мочить грифов. И бежим. Да, он успевает. Не зашел он, подлец, налево. Нет, конечно. Придется замок, видимо, отдать. Грифонов 16 из 20. Ну, зато он ману еще потратил, конечно. Но в замке у меня такой товарищ. Не очень. 35, да? Давайте еще одну засанем. Побежали. И замок. О, в замке есть блайнд. Грифоны сразу полетят вперед. Чайником мы их не гангнем. А вот молнии можно попробовать, кстати. Раз, два, три. Хорошо. Минус несколько грифонов королевских. А если молнии? По 63. Not bad. Да, это лучше, чем два.
Три молнии. Окей, давай попробуем. Раз. Два королевских грифона. Да давай. Раз, два. Еще мы убьем двух грифонов одним ударом. Так, отлично. Хоть всем отвечает, но не так уж и плохо. Ладно, сейчас. У нас, во-первых, вот эти вот стрелки печальные. Гасты, которые пролетят. Наверное, их в первую очередь будем отстреливать. Арки вейтят. Гремлины подходят. Тоже гасят. 13 нет смысла. Придется арками бить в упор. Ну, по крайней мере, одного грифа они убьют. Раз, два, минус. Так, не пробил уже, хорошо. Два грифона остается. Сейчас мы молнии зарядим, скорее всего, вот по этим вот товарищам. 30 хп. Молнии двух убьем. Грифов двух. Одного убьем вот таким вот образом. Нам нужно циклопов освободить. Поэтому сейчас гоблинами добьем. Будем расстреливать этих товарищей или нижних. Нижних надо расстреливать потихоньку. И дэмэдж потеряется. Давайте попробуем чудиков пострелять. А этот будет ждать, когда откроют двери. И лучник тоже будет ждать, пока, когда откроют двери. Чтобы в случае по дефенсному стреляют. Зачем? Нет, не пробивай! Yes! Хорошо, у нас есть один блайнд, и я, наверное, оставлю его. Внизу прикрою райдером. Это раз. У нас на вейт идет. Этот отстреливает последнего. Не, лучше по чудикам больше урона войдет. Слушайте, а можно попробовать добить-то вообще? Он, если пройдет, я заблайнджу стак. Еще немножко времени, если выиграю. Потому что 8 коней. Я вот так вот встану. Дефенс. Надо было стрельнуть, хоть ничку бы убил. Раз, два. Не по тем стреляют. Пробивают. Ну, сейчас нужно ждать хода коней. Они... Или чудики первыми проатакуют. Ты у нас на одну клеточку подойди. Ты у нас вейти. Вот чудики подходят. Раз, минус. Мы можем их убить, но лучше их заблайндить и начать стрелять уже по коням. Так что мы блайндим чудиков. Начинаем коней мочить пытаться. Все это, конечно, печально. Долго. И весьма бестолково. Тут встаем гремлинами. Копейщиков всех положили. Окей, здесь подходим, наверное... Да поближе надо подходить. Только единичку надо сначала было поставить. Снова по коням. Сейчас одного убьем только из восьми. Ты жди. Ты жди. Ты жди. Били единичку, к сожалению. Дефенс, дефенс. Ох, чудики уже пришли в себя. Не, я тут не выигрываю никак. Да-да. Надо же чудовищ убивать. Кони сверху проходят, я не заметил этого момента. Чудовищ убили, но больше маны нет, к сожалению. Я попробую единичкой коней еще заблочить. Может быть, имеет смысл... А, мечники добегут, да? И здесь они пробегут. Может, их назад отвести гоблинами. И всяко лучше, чем... Хотя, если они сюда, до этих не добегут. Если я поставлю... Давайте вот так вот сходим. Раз, два, три. Так, сейчас кони проатачат. Этот ни докуда не добежит. Давай, оп. Сейчас мы по коням еще два раза выстрелим. Заблочим этими товарищами. Но в деф встанем. Ну, то есть не будем атаковать. Раз, два, три. Два уже не такая большая проблема. А вы в дефенсе стоите, получается, да? Блин, или вообще свалить лучше? Кони ж пробьют. Пробьют сильно. Ну так, лучников-то один. Давай в дефенс. Да, пробили. Так, 87. Циклопы бьют. Все без толку. Эти проходят, отвечаем им.
стреляем, и остаются одни рыцари, которые ходят первыми, убивают сразу один стак. Нет, нет, нет. Можно попробовать свалить от них. Они же точно один ход потеряют. Да, попробую свалить. Гарнизон больше урон наносит. И попробую их оттянуть как можно ниже. Чуть-чуть не хватает. Нет, только не туда! И он добежит. Не в этот ход, но в следующий. Раз, два, три. Почти размыклил. Да, почти. Два человека осталось. Блин! Один какой-нибудь дохлый лейминг. Буквально там пару юнитов убить. Я мог бы отбиться. Но этот замок очень важен. Да, давайте попробуем. Там еще есть один неплохой герой, который дальше появится. Я попробую сейчас этих товарищей. Тех, кто особенно с минусовой маной соединю. Поувольняю. Этого поувольняю. Раз. Нужно будет соединить еще тех товарищей вместе, чтобы они поучаствовали в битве. Боевой маг. Этот защитой. Да, это все ерунда. Одного гоблина разве что. Но это толку нет, потому что... Увольняем его. Первый левел. Один чертик продвинутой защиты. Покупаем. Увольняем. Первый алхимик. Как называется версия героев? Без понятия вообще. Без понятия. Скачал какую-то где-то. О, волна смерти. Вот это вот может отыграть неплохо. Волной смерти подэмэджить мелочевку. Да, давайте ее возьмем как лемминга. Отдадим ей немножко гремлинов. Она полезнее, чем некоторые другие. Тут встанем на проход. Тут встанем на проход. Эта дама у нас со Spell Power 2 хороша. Эта дама тоже хороша. Но ты не очень. Домой ты уже не вернешься, да? Волну смерти изучил. Толку нет. Ладно. Давайте не будем тебя поближе. Тобой отдадим. Даже вот эти вот гремлины, которые у леммингов остались. Они могут хелпануть. Там каждая мелочь важна. Так, этим выходим и, соответственно, увольняем его. Мне хотя бы герой там с какой-нибудь минимальной армией. Первые, артиллерия, вампиры. Да, ладно, берем этого. С волной смерти. Ставим единички ему. Ну, у него не волна, но он вроде с этой обменяется, да, отлично. Так, а кто у нас там не очень? Да, вот ты не очень. Ты не очень, тебя давай сразу уволим, чтобы время не терять. И... Все ерунда. Хотя у этой 3 Spell Power. Вот, хороший герой. И отдаем последних гремлинов. И она как раз будет важным оплотом. Все, больше ничего там нет? Да нет. Обучаемость, дефенс. Вот это вот товарищ, Орион, не нравится он мне. Хотя вроде левел у нее есть, а толку уже нет. Увольняем. Рыба выплыла бы, конечно, но не выплывет уже. Надо место уступать. Последнего героя сейчас возьмем. Первого левела. Второй Spell Power, Гаргули специализация, хорошо. И последних ему... Надо ему поменяться с... Взять одного вот такого вот товарища. И волну смерти изучить. Сейчас мы волной смерти должны его заспамить. Поехали! Так, значит, гасим кого в первую очередь? Те же самые грифоны, получается. Грифоны, монахи, привидения. У этих, кажется, лайфинги все-таки.
Да, молнии 60 минус 2 грифа давайте сделаем. И побежали. Это раз. Следующий пошел. Сейчас я еще убрал героев, у которых full power меньше двойки. Я боюсь, я волной смерти, кроме копейщиков, никого не задену, правда? Если там 30 урона будет, то все ок. Ой, стой, стой, стой. Погоди, не надо. Потратил он маны, но у меня один гремлин остался. Еще одна молния на 60. Давай снова в грифов. Бежали. Третий. Здесь 5 человек. Кстати, может не хватить. Вот у нее волна смерти у первой. Не добегает он. Раз. Два. Если мораль не пропрет. Да, не добегает. И ману еще потратил. Хорошо. Стоп. Волна смерти. Сколько урона? 20 урона. Нифига себе. Ну, убьем пару копейщиков. Убьем одного этого. И все, собственно. Или лучше 60. Да, лучше 60 пробить. Лучше молнии, чем волной. Потому что у нас будет жертва. Пара копейщиков. Один этот и все. А так мы сможем два сильных убить. Двух сильных убить. Грифоны и побежали. Он прошел мимо одного героя моего. Но, к сожалению, волна смерти не сыграет. Если там по специализации не попадет. Да, ох, 85 тут дэмэдж. Хороша, да, 3 спел пауэр. 85 тут 3 гриф можно забрать. Нужно забирать 3 грифов. А это сколько, 90, 100, нет, не надо. Бам. Хорошо. А маны еще есть у тебя? Может, ты выживешь? Давай-ка ты вейтишь. И, может, переживем один ход. Не, это прохладная история, конечно. Хотя фейки стреляют, ходят первыми. Грифы долетят до них. Может быть, мы подставим гремлинов, и они образумятся. А, я полечу вперед раз, и полечу вперед два. Он не долетит. Отлично, мой ход. Хорошо! Два раза по 85, минус... 6 грифонов получается. Хорош, Михаил, хорош. Побежала. Не зря. О, и этого на этого нападает. Класс, 8 грифонов у него осталось. Так. Здесь тоже у нас, кажется, второй спел пауэр. Стрелка у нее сильнее, говорят. Да, вот я поздно. Можно, кстати, двух вот этих вот гангнуть. Наверное, все-таки грифов в первую очередь надо. Они долетают. Там я специализацию не увидел. Да, мы побежали. И последний герой, который при... Кажется, у этого тоже спел пауэр 3. Мог коня забрать. Да конь не так важен, как гриф. Конь-то толпится у входа. А гриф летит сразу. Ой-ой-ой, опасно. Нет, 2 спел пауэр у него. Удар молнии уносит. Ладно, давай пару грифов. Жаль. Сейчас нужно, учитывая то, что большая прелюдия такая, нужно аккуратно сейчас отыграть замок. Нас стало тут несколько меньше на парочку. О, единички не сделал, балбес. Блин, 2 единички нужно было сделать. Грифоны все кладутся. Дальше надо гангануть. Может, блайнда сейвить. 52, 63. Да это такой полубаг, что два раза можно кастовать. Это нечестная тема. Можно чайником шандарахнуть, но больше чайника мы, кроме чайника, ничего не увидим после этого. Поэтому блайнд. Скорее всего, блайнд. Потому что нам не нужно никого тут убивать, потому что призраки не опасны. Разве что монахов убить, чтобы они единичку не убили. Но это так. Вейтим, короче говоря, вейтим. Монахов лучше вот так вот подстреливать. О, единичка не убил.
Хорош. И ты вообще красавчик. Все, арбалетчик у нас будет внизу, наверное, дефенс держать. Еще же главное, как повезет. Если пробьют раньше времени, то это ГГ. Так, минус призраки все. Так, стенка держится пока что в этим. В этим. Стреляем по... Может, по коням, раз мы чудиков блочим. Они-то поопаснее, быстрее бегают. А нет, они так же бегают. Давай, чудиков. Проще считать. Так, ты уже бежишь вперед, чтобы блочить. Так, ты здесь рядышком стоишь. Были... Я с единичками косячил. Ох! Нет-нет-нет-нет! Пробили. Так, можем сразу блайнд на мечников сделать, на самом деле. Тогда они не пройдут. Еще некоторое время, да, давайте блайнд на мечников. Wait, wait. Стреляем по чудикам раз, стреляем по чудикам два. И идем единичку выставлять. Так, ты дефенс, ты дефенс. Эти не в дефенсе стояли. Да. Здесь пробили? Не, не пробили, да ездишь. Так, ты в блайнде, wait, wait. Ты стреляешь по чудику раз. И нужно, чтобы чудика мы не добили. Поэтому стреляем по коню 2. Этим ставим сюда, чтобы ход выиграть. Дефенс, дефенс. Вон, пришел в себя мечник. Сейчас ударит. А, пробили. Фу ты, блин. Так, сейчас чудовище зайдет. Мы должны сделать блайнд на него. Снизу один удар нанесет. Мы можем сделать блайнд на второго, но, блин... Как я не хочу... Можно пробить, конечно, тогда чудиков-то мы убьем, но нет, в этом нет резона. Блин. А если он пройдет? Допустим, он пройдет. Насколько это страшно? Да нет, не это страшно. Страшно, что после этого конь ворвется. Главное, тут конь уже. Так, думай, значит, сейчас ты ходишь, потом ходит чудик. Чудик зайдет, по тебе ударит. Но встанет в проходе, скорее всего, потому что по гоблину будет бить. После этого будет ходить конь. Чудик должен быть проходит, ты его заблайндишь. После этого уходит мечник, ты его блайндишь, и остается вроде как... ладно, выставляем гоблина. Сколько убило, неплохо. Так, а кстати, блайнд-то не надо вешать, он уже сходил. Можем заблайндить десяточку тогда, и на следующий ход чудиков заблайндим. То есть блайнд мы на мечников, чтобы единичку сохранить. Стреляем по коням. По коням. Ох, мораль! Есть минус один. Ты стоишь в дефенсе, типа. Ты в дефенсе. Раз, пола... О, нет, 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 нет! Я первый хожу. Чудика убили. Так, короче, надо вот этих вот с товарищей с девяточкой скоростью сейвить. Чтобы они бегали. Кони ворвутся, в два хода просто ворвутся. Понимаете? Неправильно гарнизон стрельнул по чудовищам. Можем лайфингом зарядить, в общем-то. Убьем пол коня. Нет, одного убьем коня. И, в принципе, даже можем посражаться, хотя 10 мечников. Блайнд на коней. Если будет блайнд на коне, то гарнизон разбудит либо тот, либо другой блайнд. Мне толку нет. Сейчас я рискую с блайндом. Но то, что мне нужно делать, это нужно уходить кавалеристами куда-то наверх вообще. Стопудол. Причем не в этот ход, а в следующий. Но если я сделаю вейт, будут ходить гоблины. Блин, пара единичек вообще бы всю эту ситуацию исправила. Бом-бом. Так, молния или блайнд? Молния или блайнд? Сначала по мечникам стреляют вроде. Но вроде они ни разу по мечникам не стреляли до этого. Вообще ни разу. Убили сначала копейщиков, потом стрельнули по чудику, потом стрельнули по коню. Так, ладно. Этот будет выигрывать время, побежит наверх, но через вейт. Если ты вейтишь, что вот эти вот начинают бла-бла-бла. Ладно, пусть он лучше ход пропустит, чем блайнд на коней.
И побежали спокойно наверх, когда получается. В два хода. Ты лейтишь. Ход пропуская, получается. Можно стрельнуть по баллисте, но это ничего не даст. Пропустил ход просто, понимаете? Пропустил ход. Вот, мечников разбудили. Хорошо. Тогда хорошо. Можно, кстати, даже вписаться на мечников. Раз они сейчас... Если я завычу, он ударит, и я по нему... Вейт. Вейт. Стреляем раз. Стреляем два. Он бьет. И сейчас будем атаковать. Раз и два. Мечников вырубим. Раз. И две атаки без ответных. Раз, два. Коней отпустила. Ёп, ПРСТ, надо валить. Ну, вроде я уже выигрываю. Так, надо уйти райдерами так, чтобы их не задели. Ну, просто уходим, наверное, вот сюда вот. Вряд ли он пойдет налево. Есть у меня еще три стака, мы можем развести коня. Этим, наверное, я пойду в противоположном направлении, чтобы тоже дать ему ложную цель. А он идет назад. Неплохо. Правда, минус все волки. И атакуем мы со штрафом. Раз, два, три. Пять коней осталось. Четыре хита у него, да? Куда ты добежишь? Давайте дадим ложную цель наверху. Хоп-гоблинов. Выставляем. Он идет вперед. Без штрафа стреляю раз. Без штрафа стреляю два. Гарнизон стреляет. Блин, надо валить. Надо дать ему ложную цель. Надо вот сюда вот. Хоп-гоблинов, чтобы он сходил на них. Ну... Не хочет ходить он на хоп-гоблинов. Стреляем, стреляем. Два коня. Здесь... Убегаем просто. Просто убегаем. Ну! Последний конь. Доедешь. Он убежал. Да есть. Победа. Продвинутое волшебство, чтобы у нас... Ох. Ну это было, конечно, жарко. Жарко, жарко, жарко. Фух. Ладно, здесь мы передаем двух ангелов и шампиньонов, это раз. Потом главным героем мы идем вот сюда вот отбиваться, грейдить. И вот этого товарища, наверное, сначала убьем. Как там, настроен, не настроен? Галопировать. Кажется, он не успевает и того, и другого убить, если мне не изменяет память. Но вроде это все равно не нападает, так что, наверное, лучше... Хотя, если выбирать, то лучше этого убить. Подойти сюда, сделать dimension. С этим-то и верх не справится. Ох, тут еще один розик. Я розика не заметил. Розик, розик, розик. А если так? Я проверим вот так вот. Раз. Успеваем так и успеваем нижнего. Так, тут опаснее. Он лемминг, но лемминг закупленный. Характеристики у меня чумачечие просто. Огромное количество. Давайте берсерка вот сюда вот. Потому что там самые сладкие паки находятся. А в этим... Вейтим. Руки убивают палатку. Вейтим. Сейчас как раз подходят хобы под чудиков. Тут стреляем. Не, наверное, стреляем по этим сначала. Чудики до этих добегут. Бежали тогда. Ну, вот сейчас. Прейер, наверное, на следующем ходе. Может, мораль сработает. Побежали вперед. Не срабатывает. И ангелы. Ангелы убьют одного... Да, одного только чудика. Всех рухов. Да все остальное не убьет. Имеет ли смысл? Имеет ли смысл? Там ангелы, в общем-то, плотные. Он не так... Да, давай чудиков. Так, а вот теперь внимательно. Можем чайник зарядить сверху. Убьем. Он, скорее всего... Нет, 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 чайник не очень. Может быть, инферно какой-нибудь есть у тебя. Огненный шар есть. Можно прейера скастовать, чтобы всеми сходить. Но он убежит, тогда у него стаков больше получается. Еще можно отлететь и берса кинуть опять. Выиграть время. На ангела попадет. Ладно, ангел тогда наверх. Я же все равно чемпионами первым покажу. Вот и все. Берсерка кастуем на этот стак. Wait. Wait. Вот, и теперь спокойнее. 140 убьем этого, этого не убьем. Давай кого угодно, давай. Все, теперь добиваем. Он теперь не убежит, насколько я понимаю. Никаким макаром. Хорошо.
девайсы? Нет. Теперь делаем Dimension Door. Вот сюда вот. И гупаем, пожалуй, этого товарища. Принцип, в принципе, тот же. Есть у нас берсерк. Хороший. Ангелами можно завязать и сразу два стака убить орки плюс мечники. С моралью можно даже наверх залететь. А давай мечников. Не, не надо было. Надо было выйтись. Просто вот надо было выйтись. Он бы сам ударил. Я ход не потерял. Он бежит вперед. Баллиста. Убьет, кстати, двух чудовищ. Давай. Чудики прорываются агрессивно. Шампиньоны убивают чудовищ. У нас остается два стака, в принципе. Так, чтобы... Спокойно убивается один, спокойно убивается второй. А рухи 11. Тоже скорость 11. Давайте не будем рисковать. Я не помню, кто там у нас первым будет ходить. Я лучше рух залью. Этих заваншотим. Мало ли там девайсы у него. Вот, стрелы из ангельских перьев. Теперь смотрите. У нашего героя задача, во-первых, зайти, закупить ангелов, прогрейдить в архангелов. Это самое главное. Все, теперь просто неубиваемые они еще с резуректом. Наверное, я возьму еще чемпионов. И сейчас хочу пойти взять вот этот вот девайс, попутно убивая героев. Зайти, может быть, вот здесь герой. Здесь товарищ тоже бегает. Этот девайс мне даст доступ к этому замку. Возможно, он отстроен. Да тут и вражеские герои бегают в изобилии. Далее, мне необходимо взять, набрать леммингов вот тут вот. Просто для того, чтобы... А, Десса же. Нет, Десса слабенький. Я тут, помню, на следующий, кажется, ход взял хорошего героя. А Десса убьет этого? Убьет. Десса идет убивать товарища справа. У него нет особых заклинаний, но, в принципе, закуп у него весьма хороший. Массовый хейст. Ох, неприятно сейчас. Добегут, а тебе штрафа бьют. Лучники будут первыми еще стрелять. Грифоны отвечают всем. Паладин в 17 человек, серьезно. И убежал. Так, берем... Давайте базовую магию земли. У него слоу есть, поэтому лучше, наверное, так сделать. Шахты бы позахватывать, но... Ладно, пойдем. Здесь мы берем героев. Герои, которые просто должны бегать и захватывать вражеские шахты, которые когда-то были мои, но, учитывая то, что они вылазят из всех щелей, они быстро лишаются, шахты лишаются правильного хозяина. Так, поэтому ты идешь сюда, ты идешь... Наверху вроде никого уже нет. Давай налево на разведочку. Так, и нужно, наверное, еще одного героя отправить куда-нибудь вот сюда вот было. Ну, разменемся мы с следующим героем. Все, есть еще снизу проход. Тут тоже вроде как можно леммингом бегать собирать. Хижина провидца, ресурсы. Второго героя наймем. Кажется, тоже... Есть что поделать. Мелодию. Тут не пробежать. Ну, значит, следом. Поехали. Так, 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 так. Плавает этот, забирает шахту. Надо будет главным героем его пробрить. Этот уходит наверх. Угу. Седьмой день. Давайте я загляну за ангелами этим героем. Ну, следующий ход. Десса, наверное, вернусь в замок, потому что он... По сути, самый такой сильный, можно сказать. Ты ждешь, ты забираешь раз, забираешь два. Ты идешь на разведку лучше налево. Давай, хижина провидца, что нужно? Адский меч. А мне кажется, есть у главного героя адский меч. Да есть же. 6 баллов. Любопытно, что дадут за него. Мне, в принципе, не так долго до тут добежать. Хотелось бы, конечно, быстрее захватить. А кого нужно убивать? Раз герой Леминг, серьезнее верхнего берем. Ну, время, в принципе, есть. Так, чтобы... Ладно, мелодия проходит, берет ресурсы. И все, да?
То есть тут мы никак. Плохо. Тут провидцу нужно 64 камня. Есть. Бесиков дадут. Ну, давай, бесов. Мелодии передадим. Она авось начнет крипиться нормально. Мелочь убивать. Камни мне сильно не нужны сейчас. Хотя копейщики. Вопрос их сколько? Троглодитов убьешь. Удачи, ускорение, жажда крови. Давай же, удачу. Максимальный лак. Крепится, да, крепится. Так, подходим. Wait. Атачим ваншот. Отвечаем ваншот. Отступаем, чтобы агру снять на следующий ход. И это ваншот. Это добегает, не добегает. Дефенс. Один удар, агру сняли, добили. Хотя не важно, не надо было это делать, потому что следующий ход все равно был мой. Захватываем шахты. А здесь главным героем. Пойдемте попробуем все-таки... Бежали, короче, налево. Как бы срезать? Лучше вот здесь вот срезать. Получается. Так вот тогда. Немного ты и срезал, да? Ладно, ты назад на разведку. Главный герой меняет на плюс 5 к атаке. Хорошо. Там был меч плюс 6 к атаке, но зато это постоянный. Мы можем новый девайс взять. А ты идешь за косарем. Захватываешь шахту, берешь чудиков. Седьмой день, да? Деньги есть. Сейчас как закупимся? Тут еще экспансию нужно продолжать. Ух, прожить бы. Дожить бы. Тут ангел, хорошо. Так, внизу доберемся, там два героя, окей. Три даже героя. Хоп-гоблины удвоили население. И я, к сожалению, не в гнездо на утесе. Как же мне пройти-то тут? Вот сюда вот. Ага, вот он проход, кажется. Нет. Не, я понимаю, что можно dimension-то сделать, но... Ладно, поехали. Делаем dimension до. Вступить, догнать, убить. Конечно же, архангелы хороши. Высасывает ману, подлец. Просто я не хотел тратить... Спейла, придется. Лучше, наверное, в хранилище медуз зайти, потому что там денег побольше дает. Архангелы молодцы. Убиваем. Четыре косаря, хотя деньги, в принципе, у меня есть. Все, следующий раз. Хотя мы могли просто dimension сделать и захватить замок без всяких проблем. Может быть, так и стоит сделать, чтобы не открывать его. Тогда он не сможет никогда его захватить сам. Да, это правильно. Так, здесь первый день. Заходим, закупаемся фул, что есть. И этого героя используем для того, чтобы захватывать шахты. Просто вот здесь вот лемминги вокруг захватывают всякие недоразумения, хоп-гоблины и прочая ересь. А мелодия будет ему помогать. Здесь берем шахту и берем чудовищ, хотя это не столь важно. Тут, наверное, на хвосте у главного героя нужно идти и захватывать попутно шахты. А тут мы... Ох, гоблины мешают. Ладно, давайте этим героям возьмем ангелов. И потихонечку будем возвращаться назад, потому что нужна подкрепа. Есть еще один герой вот здесь вот с хорошим закупом. И Десса, в принципе, мог бы пойти в атаку, если бы не... Возможность противников высунуться в любой момент вот отсюда вот. Ладно, давайте орков убьем. Тук-тук. Архангелы тащат. И назад. Так, нужно избавиться от героя. Например, вот от этого лемминга, потому что он мне совсем тут не помогает, получается. Мне нужно наверху закупить героя. Точнее, не закупить, а выйти им спокойно. Можно улучшить пещеру циклопов. Королей... прогрейдить и им выполнять ту же самую функцию,
что и выполняет мелодия внизу. То есть захватывать шахты. Причем делать это желательно уже с хелпом каким-то. А хелпа-то не хватает. Тут, ладно, два. Тут хелп есть. Тут... Не знаю я. Алибарчиков делаем. Поехали. Этот к посту подходит, там никого нет. Ох, новый. Необходимо иметь точные сведения о неприятеле. Вы пытаетесь убедить в этом гоблина. Нам нужно знать, что неприятель имеет, говорите вы. Уже известно, большие острые зубы и еще более острые клыки. Большое кусачье оружие, отвечает один из гоблинов. Да, но мне нужно число. И вы терпеливо задаете этот вопрос. Слишком много, сэр, дает он ответ. Мне нужно число, заявляете вы. Хорошо, как насчет шести, проговаривает он. Шести чего? Не знаю, сэр. Вы же говорили, что вам нужно число. Я спрашиваю о числе вражеских войск. Ну, их больше шести. Нет, мне требуется точное число. Чего? Войск. Сэр, вы разве не знаете количество своих войск? Ох, конечно же знаю. Так почему вы мне спрашиваете число, сэр? Мне нужно число вражеских войск. Так сходите и спросите у них, сэр. Быть может, это хочешь сделать ты, гнида? Нет, что? Сэр, мне надо сходить проверить кофе. Вы меня спрашивали об этом 15 минут назад. Тут все бывшие поблизости гоблины останавливают вас, и вы чувствуете себя очень озадаченным. Больше начинаете плакать даже. Фу, какая гадость. В общем, смотрите. Мы прыгаем. Ладно, прыгаем сюда, наверное. Еще один ход потрачем. Тут не отстроенный замок, к сожалению. Он мне нафиг не нужен, скорее всего. О! Тут отстроенный замок. С колоссом даже. 50% существ ежедневно по 5 косарей с 5-й гилдой. С 4-й гилдой. Молитва, ёпер СТ. Вот этот... Нет слов. Захожу. Беру архангела, беру чемпионов. Все, этот замок не взять. Никак. Может выйти и начать мочить козлов? Ход теряем. Да ладно тебе, не торопись. Так, здесь мы адских троглодитов убиваем. Ну и занимаем шахты врагов. Потихонечку собираем ресурсы туда-сюда. Здесь берем... Берем экспу. Деньга зачем, непонятно. Ух, тут вражеский герой с ангелами. Так, опасности. Назад. Вот это уже было неприкольно. Так, значит, ты здесь у нас захватываешь шахты. В болотах это, конечно, делать занятие... Не шибко приятное. Ты закупился полностью, да? Могут выскочить в любой момент. Ладно, погоди. Так, ты тоже погоди. Ты... Давай копеечков. Убьешь, не убьешь, неважно. Ускорение, жажда крови, удача. Поехали. Убьет, конечно. Одни грыжные алибарчики вырываются вперед. Делятся они на два... Отряда, можно сказать. Я же еще летать умею вроде как. Или нет? Не, не умею. Убиваю. Раз. Почти. Мораль. Снимаю. Два. А... Плащу. Отступаю вот сюда вот. Где же лак? Максимальный лак, между прочим. О, мораль. Надо было вейт, конечно, делать. Справляемся. Значит, шахта моя. Ненужная. А, и проход дальше есть, отлично.
Так, усатый чудовище уволен. Здесь покупаем, соответственно, героя. О, йог. Сразу мы прогрейдим. Оставим хоп-гоблинов. Возьмем этих товарищей. Купим книгу, которая у него есть. И пойдем за героем, за второстепенным. Так, Десса, вроде лейминг. Закуп неплохой. Кажись, может... Ух, бесов тысяча. Может идти вот этих вот товарищей собирать. Но я опять же боюсь, что этот замок у меня того. Поэтому надо делиться. Оставлять стрелков. Оставлять летающих товарищей. Сплитить. Сплитить и идти им с другой армией, получается. Может все-таки открыть. Мне все равно с этого замка нужно будет... Короче, открываем. Конечно, желаю пройти. Потерял два девайса. Убил лемминга несчастного. Ну, я героем планирую главным, у которого единственного есть Dimension Door. Вообще сейчас свалить как можно быстрее влево-низ. Ой, нет, влево-вверх получается. Судя по карте. Ох, картограф. Хорошо. Но прежде нужно... Может быть... А может и не нужно убивать героя этого. Адские гончие, орки. Отсюда можно прыгнуть. Шахту захватим, гончих убьем. Ну да, в замке закупим все, что есть. Монолит входа. Погоди, погоди, давай посмотрим еще разок. Просмотр земли. Слева внизу ни черта нет. У них замок справа на острове, судя по всему, еще один. И слева, судя по группе ресурсов, но выше, чем центр. Типа. Справа у нас есть кому двигаться, вроде как. И не факт, что здесь будет замок, потому что был уже один и тут тоже один. Поэтому моя задача сейчас уйти влево. Вейтим, вейтим, вейтим. Стреляем. Такая баллиста вообще жесткая. Защита. Хорошо. И до конца проходим вот сюда. Вот, возможно, я сделаю Dimension к провидцу, потому что он может что-то добавить. Здесь леммингом берем шахту. А здесь мы должны вроде верхнего поймать. Или шахту захватить. Давай сначала шахту, может, он сам вернется. Догнать, ступить? Нет, не надо. Так, назад. Тебе что делать? Немножко повременить назад. Или бежать за главным героем. А, тут сквозь бесиков не пробежать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, Десса может помочь на следующем ходе. Поэтому подходим максимально близко. Смотрим, может, где-то что-то не отстроено. Здесь третью гилду, конечно же. Здесь, насколько я помню, вторую, да, гилду. Тут все ок. Вторая гилда. И в нижнем замке можно посмотреть, просто порадоваться. Как выглядит полностью отстроенный... Ой, не замок. Замка не хватает. Но зато колосс. Ну это типа чудо света. Присутствие колосса увеличивает число воспроизводимых существ на 50% в неделю. Ежедневно приносит 5 косарей. Это не считая там какой-нибудь выстроенный муниципалитет. То есть они 7 косарей приносят замок. А с этим приносил бы 9000. А также 2 балла повышает боевой дух всех дружных героев. Здорово, не зря туда шел. Оп, тут еще один стелепортировался. Этот взял... Стоп, это были ангельские крылья, что ли? Кажется, это были вот эти вот с... Как их... Девайс там, который позволяет летать... Да, мне бы, конечно, его. Берем шахту, картограф или хижину провидца. Или бесики вообще сверху. Наверное, все-таки картограф. Самое ключевое, что здесь есть. Позволит принять правильное решение. Wait. Подходим, не стесняемся. Подошли. Раз. Пробьем. Да убьем.
Не, не убили. И закурсили нас еще. Безобразие какое. Чемпионы чардж. Архангелы летят. Так, и картограф. Внимательно, смотрим. Так, тут у нас небольшой островок, оказывается, через который можно... Сюда можно попасть через двусторонний монолит. Есть зеленая палатка, есть тема для, для грейда всего. И гладиус титана. Двусторонний монолит. И последний замок находится вот здесь, вот гарнизон. И мы можем дименшеном прыгнуть сюда. Буквально в неделю мы доберемся до замка. Если... Но нужно прыгать отсюда, да. Неправильно я. Ох, тут еще один. Ёпрсоте. А здесь я могу через... Ой, тут даже два замка. Это бом-бом. Тогда нижний более приоритетный, конечно. Два, особенно. Монолиты входа только для того, чтобы добраться ко мне. Несколько провидцев. Сюда я смогу только через вызов лодки. Только через вызов лодки. Ладно, у меня есть время, чтобы куравиться за этим. 35-й левел мне нужен. Ну нифига по себе, у меня 26-й. Чувствую себя неудачником. Так, я так и так пройду вниз. Гок мало. Может быть, как-нибудь снарядить пацанов и отправить кого-то сюда. Второй... Мне 4 месяца нужно продержаться. Прошел только один. Я, в принципе, могу всех убить раньше времени. Это было бы очень круто. Ну, очень. Так, здесь у нас левелап. Арбалетчики и высадившийся товарищ. Клавиус, он, кажется, прокачан более-менее. Надо аккуратнее будет действовать. Десса, по идее, должен принимать вот этого героя. Но если он будет летать, будет неприятно. Погоди. Ты этого лемминга окучишь? Ангела грейдит в архангела. Да нет, долго. Шахту захватим наверху и... Главное, товарища убьем. Отсюда можно прыгнуть. Но опять же, два замка важнее, чем один. И, пожалуй, мне нужно... Главным героем не туда. Так, постепенно давайте с нижних походим. Это раз. Это экспа сейчас главное. Продвинутая мудрость. Экспертная мудрость. Чтоб не захватили нас тут. Йог бегает, собирает тоже ресурсы вслед. Десса. Сейвова, в принципе, просто отступить. Просто отступить. Можно убить виверн, взять циклопов. Толку. А сол ты его убьешь? И то не факт, что убьешь. Точно с потерями. А внизу как? Внизу, ох, неплохая армия у Сорша. Третий день. Замок нужно защищать, между прочим. Ладно, побежал вниз, короче говоря. Так, тут нужно тоже быть аккуратным, поэтому делаем левелап, отступаем назад. Мелодию, скорее всего, хоронить ее не хочется. Ну, возьмем экспу. И попробуем отступить все-таки немножко. Главный герой. В принципе, ему просто сделать dimension на следующий раз. Желательно ближе к Колизею. А, то есть от этого, да? И все это тлен. Собирать ресурсы, да ерунда это все. Крылья ангелов за троглодитами на верхнем левом кусочке земли. Лев за троглодитами, левый верхний кусочек. А, вот они, да. Найс. Блин, тоже хороший девайс. Просто поможет мне так колесить, без привязки. Может, верхний тогда забреем? Я заодно тут бесиков убью. Раз, dimension, ангелы. Да, наверное, даже мобильнее будет, быстрее будет. Поехали наверх. Так, ты у нас лемминг. Все еще ждешь, когда гномов убьют, да? Пробегаем по замкам. Радует глаз. Черный ход, на всякий случай. Гильдия на черный ход. Тут замок надо выстроить, конечно же. Хороший гарнизон, в общем-то. Тут замок не захватит. Поехали. Значит, это левый нижний угол острова, два героя. Это мой остров право-низ. Это там, где мелодии, два героя. Это нижний левый остров, бегает герой. Это наверху левый верх, крылья вроде не взял.
этот вниз к Пандоре. Этого сейчас мы гуфнем. Хорошо. Значит, да, не сейчас только. Это раз. Это идем, значит, бесиков убиваем. Раз. Их много, но ничего важного. Ничего страшного. Они довольно медленные. Но довольно сильные. Довольно довольные. Чудики, оп. Чудики, оп. Чемпионы всех убьют, скорее всего. Архангелы тоже должны всех убить. Косят просто на раз и два. Гнездо на утесе, в общем-то, не нужно. Мне бы добежать до сюда, но я не успеваю добежать до сюда, чтобы... Вот так вот можно сделать. Я могу Dimension сделать, но второй Dimension мне не получится сделать, а мне так и так нужно. И можно попытаться вот... Вот так вот сходить. И попробовать отсюда не получится. Ну... А, нет. Там был уголок, но без толку. Попытка он того стоила, наверное. Так, здесь я хочу... Не хочу отдавать замок, поэтому... Буду ходить мелодии, наверху буду собирать ресурсы просто. Как мне сюда зайти-то? Этой дамой пойдем в наемников, в монки, в ресурсы. Главное, шахты. Здесь замок есть, гильдия наемников, обмен существ. Может, как-нибудь пригодится? Ладно, ждем. Десса может попробовать гуфнуть этого героя. Чудиков довольно много. И этих много. Но он сам не должен нападать. Хотя Десса довольно слабенький герой. Мы можем доставить подкрепу. Только надо избавиться от какого-нибудь героя. Я вот не верю в перспективность этих товарищей. Просто. То есть по болотам они тут будут очень долго ходить. И без толку. Шахты захватывать, конечно, круто, но медленно. Главтобой поставить. Ластим чудиков. Быстро отходим. Дефенс, стреляем. Дефенс. А, дефенс давай. Wait. Посмотрим. Ластим рухов. Почему не заводите власть? Ладно, идем пробиваем. Раз. Два с безответки. Циклопа без штрафа. Два раза удара. Халява. И рухи, наверное, все-таки девятнашку пробьют. Что они еще будут ходить? Хотя нет, они не будут ходить. Что я такое делаю? 25-65 пробьют ведь. Зачем я поплыл? Ладно, давай. Да ладно, одного руха потеряем. Не потерял. Удивительно. Это раз. А в этика. А пробей. И пробей. Отлично. Базовый воздух, экспертный воздух. Воздух. Там чайник у него, напоминаю, поэтому... Так, проходим вниз. Ну, этого товарища, наверное, все-таки уволим. В угоду. Да, я понимаю, жалко. Я хочу здесь провернуть небольшую аферу. Нанимаем... Героя берем, грейдим ему тут. Передаем войска, чтобы наш Десса смог дойти вот так вот. И с более высокой вероятностью уничтожить противника вот этого. Так, очень много хоп-гоблинов, 288. Характеристики хорошие, защита, мораль максимальная. У меня на единичку по морали проигрываю. Здесь слоу фигня какая. Ну что, да хоп-гоблинов слоу ведь получается. Самые жёстенькие. Давай. Wait. Маны у него особо нет. Стреляем. Раз. Мораль хорошо. Два. Wait. Два выстрела. Три, четыре.
48 хитов. Вейт. Посмотрим, кто там дальше. Ох, 10 орки снесли арбалетчиков. Серьезно, подбегаем поближе немножко. Здесь тоже, наверное, понизу пройдем. Грифонами можем убить одного чудика. Нам, наверное, надо убить. Шампиньонами смысла идти нет. Плохо. Не забываем про резуректор архангелов. Но рановато вроде для резуректа. Можно пролететь арков, но они вроде плотные весьма. Весьма плотные. Мне придется ход следующий тратить. Кого еще можно пробить без последствий для здоровья? Рухи завяжет. Этих не убьешь. Да арки, арки, чё же еще? Так, дальше, дальше. Медлительно сделаем, наверное, на агров. Архангелами думаем. Оставаться здесь небезопасно. Точно нужно валить. Рухи к арбалетчикам. А грифами, наверное, я бы... Дефенс особо не зарешаю, там... Чудики-то грыжены. Давайте рух пробьем просто. Блин, вот я, Вася. Забаррикадировал я. Без штрафа пробили. Черт возьми. Извините, пожалуйста. Да я пасую уже который ход из-за... Хотя нет, я чемпионами сейчас проатакую. Надо, наверное, хоп-гоблинов потихоньку бить. Ой-ой-ой-ой-ой, мисклик! Не проатаковал. Там, правда, всего 4 чемпиона, но тем не менее. Можем заресать. Наверное, я ресаю этих товарищей. Мораль, хорошо! Вейт. Хочу к аркам прорваться в конце хода. Здесь убьем, скорее всего, чудовищ. Не убили, беда. Ой-ой-ой, сейчас будет шаталить уже. Черт возьми. А если я свалю? Архангелы получат. Так, вы этим паладины могут. Да, вот так вот. По два раза без ответки. Хорошо. Дэмэдж шикарный. 12 урон по чудовищам. Положили чемпионов. Лайфинг. Ёпрес, это надо щит, наверное, класть на паладинов, наверное. Эти пролетят, арков убьют за два хода, уже можно точно сказать. Если придется бить по чуд... Ладно, по чудовищам. Если архангелы бьют арков, убивают полностью. Здесь делаем еще один слоу, наверное. Либо отсюда свалить. Но я не свалил уже никак. Хотя если сюда вот улететь, этим убежать смогу, не смогу. Но там даже уже проблема не в хоп-гоблинах, а, наверное, в аграх. В аграх, в аграх, в аграх. Ладно, хоп-гоблинов пробиваем. Тут убиваем сильно, молнии получаем. Хоп-гоблинов убиваем два раза, минус... Минус орки, архангелы живы. Да, потери, потери, потери. Че, что же делаешь, а? Резуректа больше не сделать. Ангел у меня довольно-таки плотный еще. Волшебная стрела фигня. Щит нужно кастовать. На кого только? 10 грифонов или... Грифоны, скорее всего, щит. ХП-то получается тоже прилично. Так, ангел, ангел на отбивание убьет этого товарища. Вейтит. Фанатики молодцы. Грифонов не будем бить, давайте лучше... Агров будем бить. Нифига себе там, как я наполучал. Ёшки-матрёшки. И давайте грифонов. Я понимаю, что ответят, но... Что ж поделать. Пробиваем. Ох, назад пошел. Отлично. Сейчас гоблины с... Я архангелами полечу. Гуфну, наверное, грифонов. Для начала. Потом сделаю слоу на него. Вейт, вейт. Ох ты, мораль еще у него. Бом-бом. Два раза ангелами я смогу проатаковать, если что.
надо лезть, чего уж тут. Раз. Стреляем. Ангелы безответно. Раз. Ангелы второй раз. Архангелы, пардон. Да давай, ладно, босс. 48. Кастую щит, не могу кастовать. Две маны. Убил он мне одного архангела, но, в принципе, это победа уже. Фух. Экспертная логистика, раз. Базовая продвинутая меткость, 2. Продвинутая магия земли, 3 левела. И, наверное, нужно по-хитрому свалить. Свалить ближайший замок для того, чтобы закупиться в нем. Более того, нужно подумать, как притащить под крепу. Так, этот 3 дня ждет для того, чтобы гарантированно убить и защитить этот замок. Хорошо. Значит, главный герой понятно. Где можно еще одного героя взять? Под крепу притащить отсюда. Нет, тут нормальный гарнизон. Здесь вот мы убьем товарища. Можно ангелов загрейдить. Нужно леммингом притащить, действительно. Но это можно сделать позже. Ладно, проехали вроде бы. Тут все уже хорошо. Тут тоже все хорошо. Тут только улучшенных чудиков не сделать. На двор баллист. Ладно, живем пока. Смотрим. Это левый низ, пока в замке, нормально. Левый низ убивает, этот захватывает до замка далеко. Это тоже левый низ бегает, уходит. Это левый вверх, оранжевый минус. О! Чай, мой чай! Ёпарасоте! Чуть на системник не вылилось. Пип, 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 пип. Никогда не ставьте чашку под локоть, это трындец. У меня как раз системник тут лежит. Да он по стенке стек. Сейчас я могу вылететь просто и погореть. Ладно, оранжевого убиваем. Оранжевого убиваем. Этого. 9-6, он неплохой. Он такой, да. Кольцо холода 45. Давайте, армии у него нет. Вот в этом беда. Отходим вперед. Подходим вперед. Подлетаем вперед. Что-то он ангела моего недолюбливает. Кольцо холода сюда, чтобы единички не осталось. Арков пробиваем ангелом. Сколько их там было? Теряем. Еще одно кольцо холода, пожалуй, сюда. Он не в того начал стрелять после перерыва. Может, и выживем. 52. Maybe, maybe. Беги! Берем золотую шахту, золотую, и возвращаемся назад. Так, здесь у нас лемминг собирает ресурсы, так, для очистки совести, опять же. А что по шахтам-то справа? Здесь мое-мое, не мое, но это не важно, это не захвачено, это нейтрально. Вот сюда давай бегу. Так, ты моя мелодия. Тупичок, да? А как сюда забраться-то вообще, непонятно. Через ресурсы и даму? Тут не пройти. Вообще не пройти сюда, что за лол? Так, хорошо, здесь мы подходим к самому краю. Пытаемся сделать dimension. Сюда вот получается. И поехали. Наша задача — крылья ангела взять. Берем, естественно, экспу. Троглодиты, здравствуйте. Нифига себе, троглодитов! Ничего страшного, у нас есть берсерк. Они пока разберутся друг с дружкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мораль поднялась почему-то у троглодита. Я бы расстроился, на самом деле. Слушайте, а тут могут быть жертвы. 6 жизней, 1200 хп. Половину только убьем. Ну а ты пробьешь полностью. Давай, ваншот. Оп. Нифига себе, как я посчитал-то. А, 2400. Воу-воу-воу. Да, слушай, это серьезно. Давайте-ка еще одного берса заделаем. Вообще, валить отсюда надо. Реально валить.
Оп, возвращается, чтобы разобраться. 1, 2, 3, 4 удара. Один стак минус. Бегут. Без штрафа стреляет баллиста. Минус 200 троглодитов. Адских. Это минус стак. Это... Да ладно, пробей. Он тебе не ответит сильно. 135! Ничего, воскресим, если что. Оп. Давай, поехал. Хоп! Минус 2 шампиньона. Минус чудик уже. Издеваются уже. Смотри, что творят. Не, это уже не серьезно. Ладно, воскрешаем чемпионов. Здесь 86 хитов. Чудик в страхе убегает. Тут ваншот. Почти. Прострел. Раз, два. И ангелы, ангелы. Это раз. Это два. Одного чудика потеряли. Можно, конечно, зарезурекнуть, но я не знаю, кто там меня ждет дальше, понимаете? Это же резуректа нет. Василий вроде был. И чемпионы с одного раза гуфуют. Отлично. 4000 троглодитов. Охраняли крылья. До крыльев мы не добрались. Идем, наверное, наверх. Гоблины, не гоблины. Левелап, ресурсы. Левелап. Логистику. Ресурсы, но ресурсы особо не нужны. Здесь два дня ждем. Здесь собираем раз, собираем два, собираем три и в замок. Хорошо. Так, ты у нас заходишь, авось логистику дадут. Не дали. Лодка не твоя, идешь наверх шахту захватывать. Бом-бом. Да все. Так, это пока не угрожает. Лево-низ. Рядом с телепортом лево-низ, второй замок. Три героя здесь бегают. Этот валит. Хорошо, можем вернуться к захвату. Розовенький бегает, захватывает. Хорошо. Беру крылья ангелов. Теперь мы будем... По короткой идти. А, класс. Так здорово. Тут еще колечко какое-то. И хижина провидца. Полетел. Ну, это минус розовый. Как, что я вам могу сказать? Даже горгонку захвачу. Но все равно успеваем. А изначально миссия продержаться 4 месяца. Такая задача. Продержаться 4 месяца. Первая неделя второго месяца выносим второго товарища. Круто. И это валюта. Так, в гарнизон. И берем силы его. Тут замок. Одного шампиньона теряем. Ну, в принципе, можно резурекнуть и... И чайником залить. Не, ладно, вы этим, пусть выходит сами. Это раз. Давай, выходи, выходи, выходи. Нет, ты дефенс. Ты дефенс. Ты ресый. Ой, мораль еще. По красоте. Сфера бушующего огня. Этого захватили. Тут чудиков можно сделать. Храм Волгалы делаем, плюс атака. Шестой день, и телепорт, вижу наверху герой, терек. Ну, в принципе, париться не стоит сильно. Здесь еще ангелы, несколько штучек. Вот здесь вот консерватория грифонов, можно ангелов взять. Шахты, это неважно, неважно, неважно. Хижина провидца, можно посмотреть. Тут хижина провидца, можно посмотреть. Это тоже все, так. Этот ушел у нас получается, да? Кот ушел. Мелодию, значит, возвращаем захватывать шахты. Это вам шестой день, правда, может подождать. А ну его. Так, Десса ждет. Этот товарищ идет, убивает шахту наверху, но это не столь важно. Да ладно, поехали дальше. Что-то надо добивать их, все. Так, близки к телепорту эти товарищи. Ох, высунулся опять. Двое розовых находятся рядышком с моим замком. Паразиты. Консерватория, да не буду ее брать, на самом деле.
Долго это. Монолит входа, монолит входа. Черный рынок. Нам бы сюда. Помните, был еще двусторонний монолит. А, это хижина мага, а не хижина правительства. Вот я тормоз. Автобой. Автобой поставил. А я вот не знаю, на крыльях ангела я смогу долететь? Или не смогу долететь? По морю летается? Нормально? Кто-нибудь знает? Шляпу бери. Зачем шляпу? Летает, говорят. Ну, хорошо тогда. Мне, в принципе, тогда проверить вот это вот провидца нужно. Тут герои уже ушли в телепорт. Назад они не вернутся. И полетели просто. 35-й левел нужен. Какие вы требовательные, а? Сейчас, наверное, имеет смысл потратить один ход, чтобы немножко побыстрее добежать вот сюда вот. Что-то я не могу по воде ходить. Кинули меня. Над водой стоять нельзя. Тогда мне направо через сушу проходить придется. Тут снова барсук высадился, смотрите. Ухожу. Это раз, это два. Ресурсы все равно в достатке. Ты ждешь, ты ждешь. Ты убиваешь. Принять? Конечно, конечно. 40 кентов. Вот вместо вот этих вот товарищей. Беру. Так, то у нас якобы шахты, но здесь нет. Возвращаемся домой. Было два героя. Ага, вот один неплохой терек. А второй гирд. То есть ты возвращаешься домой. Ок. Ты, ну, собирай ресурсы. Хотя это, опять же, лабуда. Поехали дальше. Так. В первую очередь закупаемся тут. Ох. Сразу плюс 4 архангела. Такой прирост. Просто зверский прирост. Найс. Ну все, иду тогда убивать вот этого товарища, который там застрял. Это розовый, он сейчас должен ливнуть. Это тоже розовый. Они застряли тут между... Вступить в бой, конечно, автобой. Автоботы вперед. Так, ты захватываешь. Не будем заставлять. Так, тут полный закуп. И теперь уже можем надавать вот этому товарищу. Чтобы спокойно нам здесь жилось. Главный герой не сможет. А, сможет! Но я боюсь на этом острове застрять. Так сможет. А, через эту можно, через темноту. То есть я отсюда тоже смогу пройти. Окей. Ладно, давайте сейф на аркаду, на всякий случай. Раз. Скелеты. Хотя сейчас ходы теряю. Ну и на следующий ход я якобы должен вот сюда вот успеть. По идее. Всего раскидано тут. Так, здесь ресурсы, 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 ресурсы. Уволен. Так, ты возвращаешься на базу. На базе тебя ждет хороший закуп. Уже хрен пробьешь. Уже не выиграть. Надо побыстрее коричневого. Ох, ты телепортировался один ко мне. Где? Ага, вот ты, барсук. Но, с другой стороны, успею? Успею! Доезжешь! Правда, это не сюда, мне вообще сюда нужно. Так я, по крайней мере, срежу. Ничего себе он жарит. Ладно, телепорт на последний ход. Вот сюда вот куда-нибудь поближе, поближе. Оп, доезжишь. А, вот я шайтан пархатый, а. Так, ты у нас с армией получаешься, да? И на верхний взять просто. Хижины провидцы какие-то еще. Темы. Так, ну, этот сам убьется через некоторое время, у него нет замков.
Поэтому я смысла особо не вижу лезть куда-то там на рожон. Вернусь просто и все. Так, ты мелодия, да? Ты мелодия, гнулов убьешь автобоем? Да, ежишь. Молодец. Продолжаем собирать, вижу хижину провидца. Дальше не пройти, к сожалению. Надо ждать нашего друга вот этого вот. Пусть он идет сюда. Let's go. Там стелепортировались. Вы встречаетесь со старой женщиной и приветствуете ее. Добрый день, бабушка! Она останавливается, сильно сжимает свою клюку, жмурится и говорит: сынок, где ты был все это время? Ты никогда не писал мне писем, даже после того, как я связал шерстяные зимние носки. Она начинает длинную триаду, выговаривает вас за то, что вы были небрежны по отношению к ней. Поспешно вы пытаетесь объяснить ей, что вы вовсе не ее сынок. И за это получаете клюкой по голове. После этого в течение целого часа она отчитывала вас и, наконец, потребовала, чтобы вы отвели ее к дому. Вы платите одному из своих солдат 50 золотых, чтобы отвел... Ну, я бы сам старушку, конечно, отвел. Хотя после клюки по голове, фиг знает. Так, ну что, я готов врываться. Вижу увея архангелов, но это меня не остановит. Убиваем раз. Автобой без потери должен быть. Чемпион, хорошо, я согласен. И захватываем замок на выбор. Это альянсовский, я лучше сюда перелечу. Оп. Это два. Еще один чемпион. Заходим по-царски. Коней берем. Кони мои кони. Отстраиваем гилду. Так, для чистки совести опять же. Мелодия, неважно. Этот заходит в замок, называется «Хрен возьмешь». Закупаемся. Закупаемся, говорю. Архангелов не может закупить, места не хватает, видимо. Грейдим паладинов, грейдим алибарщиков, грейдим грифонов. Собираем армию, сидим в замке. Толку нет все равно. Так, ты у нас ждешь манки. Хотя можешь слетать вниз. Не, потом слетаешь, зачем тебе? Прямо сейчас летать. Десса... Ну а что Десса? Десса ничего. Сейчас последний ход вроде для этого товарища, для розовенького. Тактику продвинутую, провидцу берем. Деньги есть. Опыт дает. Три косаря. Мечники тоже канули. Мелодия побежала собирать, но это не важно все. Уже. Это тоже не важно. Все не важно, все тлен, ребятушки, все тлен. Ох ты, подвох какой, а! Высадился под боком, супостат. Кто ты? Сильный. Кто у меня здесь? Никого. Чудиков давай загрейдим. Там идет, конечно, у меня товарищ. Кристаллов нет. Надо выменить. Еще не хватало, чтобы он мне тут еще замок захватил. Может. Ох, вот он! Зубин, 23 левел. Вот ты будешь у нас защищать. Зубин, хорош. Защита, экспертная меткость, экспертная мудрость. И больше ничего полезного нет. Третью гилду не выстроить. В смысле, четвертую не выстроить. Бом-бом. Ждем тогда. Тут телепортируемся. Наверное, этого нужно убить. Хотя, можно так пролить. Да, можно и так, и так. Давайте сначала этого убьем, товарищи. Потом сделаем по красоте телепорт, чтобы время сэкономить. В замке перенимаем Вея. Ой, стой. Погоди-ка. Там у меня там три архангела умерло из-за чего-то. Какому-то недоразумению. Еще чего называется. Так, давайте какой-нибудь чайник, прейер. Берсерк. Берсерк, конечно, в ходу. Но эти два стака-то умрут первыми. А давайте прейер. Понеслась. Будем ходить, мочить. Мораль сумасшедшая. Чудики на чудиков, брат на брата. Шампиньоны добивают. А у него хорошие характеристики, между прочим. Он элементарий спамнит по 8 штук.
Да, вот это серьезный подход. Оп. Так, уже шампиньон одного потерял. Увы. Сюда бы залить какой-нибудь фаербольчик, на самом деле. Но не получается. Инферно есть? Метеор можно. Да толку. Один фиг. Можно чайником попробовать. Раз, два, три, четыре. Туда куда-нибудь он пойдет. Надеюсь, не на моих. Хорошо. Рез на коней. В этим чудиками. В этим. Антимагия. Серьезный подход. Шляпа оратора, талисман маны, 27 левел, знание плюс 1, захват замка отстроенного. И ни у кого не осталось городов, кроме бобра. Бобер доволен. Все. То есть тут нам вот от этого отбиться нужно. Но 23 левела товарищ от клавы-то отобьется. Клава нападет в любом случае, потому что клаве делать больше нечего. Как нападать? Ну давайте, ребятушки, пора уже, нападаем. Автобой выиграет. Победа! А чего они не гуфаются? Где еще замки? Замков-то нет. Стоят и стоят. Ладно, Десу пускаем в атаку тогда. Давно пора было. Так, здесь никого. Я, наверное, просто вот через телепорт зайду. Наверняка появлюсь где-нибудь. Пам-парам-парам. Поблизости вот он. Можем сразу его убить. Герой просто бесчинствует. Сапоги левитации тоже. Я вот, мне показалось, что где-то было. Позволяет ходить по воде. А это в принципе летать. Ясно. Это халява. Розовый минус. Остается только коричневый. А коричневый. Вот один. Ерундовый. И, пожалуй, на этом все. Добежишь до него? Не, не добежишь. До сюда добежишь. Dimension сделаешь, убьешь. Оп. Последний ты, друг. Последний, видимо. Да. Ребятушки, середина второго месяца. Задача продержаться 4 месяца, а не убить всех. Мы убиваем всех за полсрока. Победа! Поздравляем! Все ваши враги побеждены. Победа осталась за вами. What luck! I've managed to catch a ride aboard Queen Catherine's ship en route to Arathia to attend her father's funeral. I'm told the Arathian countryside is quite. Да. Все, не во что больше играть. Прошли мы героев. Ну, дыхание смерти еще... А, нет, это же мы проходили уже. И Армагеддонс проходили. И Возрождение Рафи проходили. Все проходили. Удали доту по этому поводу. Все, ребятушки. Грусть. Пятый герой, говорят, пятый. Ну, пятый я не играл. Пятый герой. Какая компания больше всего понравилась? Мне все-таки вот эта вот эльфийская Armageddon's Blade с Jealous Gem, со снайпами, с енотом против андедов как-то сильнее всего зацепила. Ну что, после героев ничего нас не остановит. Будет только дота, день и ночь. И учитывая то, что спать еще рано, 2 часа ночи, я, пожалуй, еще пойду катну мясные паблики. Да, увы. Пройди доту лучше. Пройди доту. Вспоминается такой демотиватор про то, как... А кто там из корейцев? То ли Дж...
Флэш прошел мультиплеер, да? Ты прошел сингл, Флэш прошел мультиплеер. Пятых героев, ну в любом случае не сейчас, потому что их нужно качать, устанавливать, смотреть, там туда-сюда. Да. Хнык. Сейчас будет стоп-старт стрима, уважаемые. Не пугайтесь. Это чтобы качество картинки переключить на Full HD.